Ом нам шивом, дорогие друзья мои. Закрываем глаза, садимся. Я надеюсь, вы сделали очистительное дыхание. Левая ноздря, вдох, 12. Раз, два, три. 12. Держим, раз. Делай вдохи небольшие. 48. Правая ноздря выдох на 12. Оп. Сжал. Все там внизу, спина прямая. Оп, сидим шестеро. Молодец. Правая вдох. Все, остался. Смотри ощущения, смотри свои. Внимание полностью сейчас на солнечном сплетении. У тебя полностью расслаблено лицо. Это период кумбхака, это период расслабления. Расслаб мышцы лица, все. Шею расслаб. У тебя полно времени научиться здесь расслабляться. Сделай сип, если тебе нужно. Оставайся, вдохни, да, расслаб руки, еще там 8 ударов. Сорок восемь. Левый выдох. Выдыхаем полностью, 12. И сразу вдох. Оп, взгляд опустил в район солнечного сплетения. Смотришь туда. Расслабляются руки. Вдохни, вдох. Все, правый выдох. Хорошо, хорошо, вдох, выдох. Не торопись. Вначале живот выдыхает, потом выдыхают легкие, понял? Оп, задержал. Держишь. Раз, два, на шесть, три, четыре, пять, шесть. Правый вдох, медленно. О, молодец, уважаю. Держим.
Делай дело, Сип. Расслабляйся. Руки полностью расслаблены. Все, через левую ноздрю выдох. Вот, держу. Не, вдох сразу. Расслабляйся полностью, полностью расслабься. Вся верхняя часть тебя вообще полностью расслаблена. Так. Правая выдох. Держим. Правый вдох. Сидим. Полностью расслабься. Лицо, шея, все ощущения туда. Додыхивай, да. Полностью глаза внизу. Приготовили слева ноздря. Задержку. Полностью расслабь руки. Правый выдох. Полностью, полностью. На 6 держим. Молодец, вдох.
Левая вида. Еще раз. Все внимание там. Молодец. Додыхивай. Расслабься. Молодец. Правая выдох. Вдох. Вот, держим. Расслабься. Будь сконцентрирован на ощущениях внутри тебя. Выдох. Левая. Сделайте глубокий вдох и отпустите тело свое. Вот в этот период времени можно достичь такого отрешенного чуть-чуть отношения вот к тому, что у тебя происходит чуть-чуть, да. Как бы получить такое ощущение видно, да, такого, когда ты безучастно наблюдаешь, как твое тело вот радостно дышит, надышивается после того, как ты его там потомил, приводит в себя, в общем, в это движение. Понятное дело, что в этот период времени на выходе из пранаямы, да, когда ты отпускаешь свое тело полностью, дыши, давай прям, все. Да, оно не может умереть.
Вот, поэтому в этот период времени вообще его не надо контролировать, понимаешь? В этот период времени вот, ты можешь безучастно наблюдать за вот этими вот начинающими яркими ощущениями, когда твое тело вот пытается додышать, как бы привести, как ему кажется, вот в норму кислорода и углекислого газа состояние. Вот, но, конечно, уже, в общем, чуть-чуть поняв твои претензии, в общем, твои как бы намеки. Раз, два, три, четыре, пять. Мы сделали сегодня 6, да, а мне показалось, что 7 кругов. Друзья мои, давайте мы впереди, у нас ждет вот эти вот ощущения, мы должны их почувствовать, ощущения усталого тела, у которого вот это вот все гудит, и радость от вдоха прекрасного воздуха, которого до этого было чуть-чуть, капелюшечку не хватало. И вот эта вот встреча, вот этих вот двух ярких ощущений вдруг зажигается внутри нас какими-то просто вот этими вот, я не, да, что это такое? Друзья мои, те, кто знает, пожалуйста, давайте все, пишите в описании, что это. Мы продолжаем дальше, ребята, изучать самих себя. Ом нам щивом, ом нам щивом. Пожалуйста. Теперь вы понимаете, для чего я заставляю вас делать асаны. Всего хорошего.